Привет, привет! Меня зовут Кот Мурзик, и я очень люблю пить молоко. Я надеюсь, что ты мне поможешь сегодня его получить. Эх, к сожалению, поставили пароль на холодильник из букв, а я их не знаю. Ты мне поможешь разгадать этот пароль и выпить вкусное молоко? Поможешь? Правда? Спасибо большое. Итак, первая буква. Приготовься и посмотри внимательно. Что это за буква такая? С большими глазищами. Как? Буква А? Точно! Точно, где-то я ее уже видел. Это же буква А! Так, следующий пароль, приготовься. Что это за бублик такой? Как? Буква О? Точно? Ну да, похоже, точно, это буква О! Так, сейчас, кажется, откроется холодильник. Да, налили молоко. Пьем. Как вкусненько. Ты знаешь, мне кажется, мне надо еще молочка. Давай еще разгадаем пароль. Ты готов? Новая буква. Ой, что это за буква? Такой еще не было. Это же волчинская буква. Как волк поет? Точно, точно. Это же буква У. А ну-ка, еще один пароль. Что это за буква такая? Правда? Такая же самая? А как она поется? А? У поется? У? Точно, очень похоже на предыдущую букву. Наверное, действительно, это буква У. Еще один пароль? На этот раз сложнее какой-то пароль. А ну посмотрим, что за буква. Такое знаем. Что это за буква? Вспоминай. Точно! Это буква мы можем выпить молока. Как вкусненько! Ты знаешь, пока мы пили молоко, я увидела, там еще один стаканчик есть. Давай его тоже выпьем. Оно очень-очень вкусное. Последний пароль разгадать нужно. Ты готов? Полетели! Танцующий бублик. А, это не танцующий бублик. А что это? Какая буква? О, точно! Как я мог забыть? Это же О! Посмотрим еще раз. Это что такое? Опять О? Правда? Точно! Это же О! Последний пароль, приготовься. Что за мохнатая буква такая? Какая? Это А? Точно? Точно, это же А! Просто она мохнатая! Ха-ха-ха! Ты умничка! Смотри, нам налили последний стакан молока! Спасибо тебе большое. Если бы не ты, я бы никогда не смог попить молочка, потому что ты уже знаешь эти буквы, а я еще нет. Я обещаю, что я буду учить вместе с тобой. Спасибо, что ты мне сегодня помог. Пока-пока!